Продолжим. Почти 6 тысяч казахстанцев с красным и желтым статусом не смогли попасть в заведение благодаря системе АШИК. Об этом на брифинге сообщил директор палаты предпринимателей Алматы Айтуар Кушманбетов. Он также отметил, что приложением пользуются уже 2 миллиона казахстанцев. Кроме того, Кушманбетов рассказал, какие еще сферы бизнеса теперь смогут подключиться к АШИК. С нами на прямой связи корреспондент из южной столицы Ольга Зинченко. Ольга, добрый день. Расскажите подробнее, какие новшества ждут казахстанцев? Приветствую, Жалгаз. Да, ты прав. Почти 6 тысяч человек было выявлено. Из них 3762 с красным статусом и 2211 с желтым статусом. Также хочу отметить, что из них 175 человек зафиксировали в аэропорту Нур-Султана и 115 в аэропорту Алматы. Также хочу добавить, что по системе АШИК работает уже более 8 тысяч субъектов бизнеса. И, собственно, о новшествах. Платформа теперь будет интегрирована в онлайн-банкинге и мобильные приложения Яков Мобайл. Это сделано для того, чтобы система была максимально доступной. Кроме того, теперь к АШИК могут подключаться и детские развлекательные центры. Напомню, их деятельность уже более года приостановлена, а если быть точнее, с марта прошлого года. Но для них есть все равно еще определенные ограничения. Так как сейчас город Алматы находится в желтой зоне, то детские развлекательные центры площадью от 500 до 1000 квадратных метров смогут работать при обеспечении площади не менее 10 квадратных метров на одного человека, но не более 50 человек всего. Кроме того, стало известно о том, что привитые граждане получат зеленый статус уже со следующей недели. А также о том, что сейчас палата предпринимателей работает над тем, чтобы сферы, чья деятельность все еще находится под запретом, смогли в скором времени подключиться к платформе и вновь начать функционировать. Сейчас к таким субъектам бизнеса относятся ночные развлекательные заведения. У меня на этом все. Жалгаз, тебе слово. Ольга, спасибо. Ну, пока.